Привет, ребята, с вами я, Иван Айс, и со мной сегодня Дропер! Всем сегодня, привет! Сегодня мы будем играть в CSGO Bedrock на этой карте. Правила очень просты. Это подстроено под реальное CSGO, но только Minecraft. Саша, Дропер играет за синюю команду, а я играю за красную команду. Начинаем раунд. Ждем, пока нас телепортируют на нужные точки. У меня есть уже 700 денег на балансе. Берем бомбу и ждем. Ждем, сколько, когда откроется вот эта вот стена из барьера. Суть этой игры, я ставлю бомбу, а Дропер должен ее разминировать, или же меня убить, или же я его убью. Мы бежим. И вон он, мне кажется, его вижу. Да, вон он стоит. Сейчас аккуратно к нему подкрадусь. И все. На самом деле, ребята, я только что выключил микрофон. Я пойду на точку Б. А он пускай стоит на точке А. Он на ней просто там будет стоять и ждать меня. Сейчас я включу микрофон и скажу ему. Да, привет. Привет. А ты в курсе, что я бомбу уже поставил? Да, в курсе. И ты куда-то бежишь. Я сейчас его, короче, буду выжидать вот тут вот. И пистолет вроде убивает в 3 раза. Этого я не помню. Сейчас я, короче, рискну. А его там... А где он? Ну ничего, скоро бомба взорвется все равно. Он должен ее обезвредить. Ну... То есть я вам показываю. Он должен сюда нажать и деактивировать. Я не смогу из-за того, что я ее активировал. Поэтому я не смогу ее деактивировать. Он, короче, стреляет в меня. Сейчас включи микрофон и с ним... И с ним поразговаривать, да? Ну что ты там? Нормально. А я думаю, нет. Я тебя видел, кстати. Я тебя тоже. ГГ. Давай. Нет, пожалуйста. Ребят. Вы понимаете, насколько это было опасно? На! Я деактивировал, но оно не сработало. А потому что я тебя бил тогда. Я выиграл. Он никогда не любит в это играть, но мы с ним договорились, что ради вас мы снимем. Правда? Да. Ради подписчиков на все готовы. Закупаемся. Вот, ребят, я думаю, М3 взять. Так, 3, 2, 1. Погнали! Ребят, вы это видели? Если да, напишите в комментариях. У меня просто пропало оружие. Бежим. Нет, 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 нет. Ты меня не выстрелишь. Нет, нет. Ребят, опять валим на Б. Нет, он меня стреляет, я чувствую.
Так. Все, теперь я не повторю такой ошибки. Бежит вон он, смотрите. Да, алло. Да, привет. Опять я тебя обдурил, да? Нет. Почему? А просто так. Ребят, все, я смогу с вами рассказывать свой план. Ну, короче, я сейчас его вот так вот выслежу. Стоп, он же может сзади подойти. Поэтому не буду так. Вот тут вот стоим, просто его ждем. Аккуратно. Да! Если бы тут были вот такие вот... ну, откуда ты выстрелил, тогда бы ты понял. Ну, откуда я выстрелил в данном случае. Вперед, вперед и... Вот это вот берем. И все, теперь он меня точно не победит. Главное, бомбу не забыть, потому что я часто ее забываю. Так, вот так вот. И вот так. Сейчас начнется отчет, и на следующий раунд я планирую винтовку купить. Потому что я снайпер хороший. Если вы не смотрели прошлую серию снайперов, обязательно посмотрите. Я ее оставлю по подсказке справа. Нет! Да! 3-0! 3-0! Это разгром! Ребят, я его победил! Благодаря вам. Ну, а на этом мы заканчиваем. Дроппер вышел, наверное, обиделся. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!